Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Шахматная лихорадка», и у нас новый поединок. Ну что же, как говорится, все в сборе, все летят. И я тут затесался, недалече. Ну что же, первый раунд, естественно, боровый. Так, может быть, нам взять с вами знахарей? Что скажешь? Не очень люблю я их, конечно, но... Ну, пускай будут. Хорошо, ребят. Они ватные на самом деле, эти знахари. Относятся к классу друидов. Ладно, хорошо. Надеюсь, они смогут победить этих боровов. А то я даже, если честно, не уверен. Хотя, если хилище и тотемы будут выставлять, может быть, все-таки победа будет за нами. Давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Нас тут тоже довольно хорошо разбирает, вы видите, да? Не, ну здесь мы выиграем. Боровов мы победим. Хилищий тотем помогает. Да, все отлично. Достается нам мощный клеймор. Лесные разбойники. Так. Опачки, смотрите, нам как фартануло. Уже персонаж имеет 2 звезды. Будем делать, знаете, какую пачку? Друидов вместе с убийцами. Я думаю, будет оптимальный вариант. Кстати, до этого я так не пробовал. Есть шанс проверить, что у нас из этого получится. Ну, конечно же, если повезет нам с картами. Так, я в данный момент на первом месте даже. Хо-хо. Ну, давай. Накумарим сейчас бандитов, разбойников, как говорится, вот этих вот обезьян. Что там моя русалочка? Ну, в принципе, неплохо. Друид тоже бомбит. Выпала нам защитная броня. Как-то легко мы тут справились. Даже 2 защитные брони. На кого бы их поставить? Так. Оу, сколько сирен-то у нас тут. Русалочки мои. Давайте, давайте. Второй герой у нас с 2 звездами. Могу сказать одно, что старт у нас неплохой. Давай вот сюда поставим, наверное, друида этого. Так, защитная броня. Ну, я не знаю, давай, наверное, сюда наденем. Лучше, чтобы они хотя бы имели защиту дополнительную. Всего 3 персонажа, а на доску можно выставить 4. Так, смотрим, что у нас. О, да здесь мы порвем этого противника. Там, правда, бангар, но это ничего страшного. Это ничего страшного. Так, смотри, как друид тут у нас этого киборга разбирает. Все пока у нас хорошо. Бангара мы сейчас с вами, наверное, забомбим. Отлично. Так, 1 на 1, стычка, да? Ну, у меня-то 2-звездочный герой, поэтому, естественно, мы его пробьем. Механический ниндзя погиб. Ну что же, неплохо, я тебе скажу. Мы до сих пор еще на первом месте. Ага, сирена. Сиренушка, давай возьмем. Я даже не знаю, хотелось бы, наверное, лилитку, но можно вот так вот сделать. У меня 5 персонажей можно выставить на доску. Давай тогда сирену выставим. Все равно нехватка, да? 4 героя у меня. Причем так прикольно. 2 друида и 2 сирены. Смотрим, что за враг. Но, в принципе, можно разобрать. У него команда киборгов. Причем полностью из киборгов состоит. Нет никого левых. Слушай, друзья мои, что-то мне не нравится здесь положение наших дел. Мы этого ниндзю механического не можем победить, а нас уже разбирают. Да. Невыгодно получилось. И меня в самый хвост сбросили, но я поднялся. До какого места? 1, 2, 3, 4. На 5-м месте в данный момент. Так, ну что, давай дальше тогда кого-то брать. Прокачали маленько. А, все, гемы кончились. Гемы кончились, мне очень мало их дали, потому что меня сбросили. Хорошо, ждем. Сейчас будет у нас следующий раунд. Блин, мне, конечно, немножко обидно, что из лидеров я упал на 5-е место. Я прокачиваю себе место на доске вместо того, чтобы искать персонажей. Вот зря я так, конечно, делаю. Могу так и сфейлиться. Ладно, с этой командой, думаю, никаких проблем у нас не будет. Сейчас механического ниндзю, я думаю, мы с вами уничтожим. Да что же такое-то, а? Давай, давай, сиреночки, помогайте, пожалуйста, мне.
Так, отлично. А этого мы разберем? Да, мы разберем. Вдвоем-то уж точно. Повезло. Перешел я на четвертое место. Мне нужны хорошие карты, понимаешь? Без них я... Так, тихо, что у нас здесь? Ничего хорошего, в принципе. Хотя грозный краб — это убийца. Сгодится, ребята. Будет команда убийц у нас тогда с вами. Здесь, конечно, я бы взял бы, наверное, огненную ведьму. Но, видишь, гемов не хватает. Короче, у нас будет команда состоять из убийц и хила. Остается посмотреть, будет ли она эффективна. Так, в данный момент у нас на доске 5 персонажей из 5, то есть фулка. Доска забита. Давай смотреть, что дальше тут будет происходить. Так, моего... Блин, по-моему, тут тоже фейл, друзья. Посмотрите, преимущество у них. Да? Бангар тут. У них Укан. Это царь обезьян. Да, не вышло, к сожалению. И я вообще, ребята, опустился ниже плинтуса. Трындец. Меня это бесит. Меня это бесит. Да потому что дают мало гемов, это раз. А во-вторых, ничего путнего я не могу найти подходящего для себя. Так, ну здесь я вижу шамана. Так, давай, наверное, вот здесь вот сделаем так. Разочек один, и все. И гемы кончатся, то есть я могу только либо два раза обновить руку, либо один раз прапать доску. Да. Ну что же, на одних шаманах, я думаю, далеко не уйдем. Ну, по крайней мере, доска у нас забита полностью. 6 из 6. Трындец, конечно. Но я в данный момент лидер по персонажам на доске. Так, давай посмотрим, что у нас тут получится. Вот здесь, по-моему... Так, секунду. Ну да, тут мы с вами выиграем. Должны выиграть. Да, отлично. Ну что, передвинемся с вами повыше или нет? Нет, нифига, по-моему, так и будем с вами стоять здесь. Ладно. Дайте мне, пожалуйста, побольше гемов. Ага, все-таки на одну ступеньку я поднялся. Но здесь мне никто не нужен, это я тебе точно говорю. Все, опять гемов нету. Трындец. Трындец. Ладно, если я сейчас в данный момент буду получать звездюлей, по крайней мере, у меня превосходство идет. 6 персонажей на доске. Жалко, они, конечно, не прокачанные у меня. Но все впереди. Нам нужен с вами один друид, по идее, да? И 2 сирены. Ну и, конечно же, 2 краба, если мы хотим с вами как-то тут дальше разрулить ситуацию. Слушай, ну тут, по-моему, мы уже дрались с этой командой. Вот, конечно, здесь самый противный — это оборотень, который призывает волков. Да ладно, опять что ли сфейлились? Блин, и так быстро. Очень быстро. Да, сиренушка не вытаскивает нашу команду, к сожалению. Ладно, грустить пока не будем. Так, грозный краб есть. Жнец. Все, да, друзья мои, больше гемов у меня нету. Я вот сижу и думаю, зачем мне нужен этот кракен, а? Нет, то, что это, конечно, эпик, это хорошо. Но это такой себе эпик. Лучше, конечно, наверное, надо было брать жнеца. А раз у нас убийцы здесь. Хорошо, давай проверим, что у нас из этого поменяется. Будет ли какой-то толк. Так, бангар. Лягушка, я смотрю, у него, да, у врага. Шаман. Так, ну шаман упал. Ну. Так, лягушка тоже упала. Блин, бангар этот бесявый. Не могу прямо, а. Кракена, да, завалит? Или не завалит? По-моему, завалит. Угу. Завалили мне кракена. Печалька. Грусть меня одолевает. Понимаешь? Так, ага, тут у нас ПВЕшка. Ну, хоть здесь, наверное, можем немножко выровняться. Давай сейчас... О, взять-то. Тут некого мне брать. Так, еще одного персонажа я могу выставить. Грозный кра... Ага, у нас там и шаман есть, кстати. Гемов только нету.
еще. Подери. У меня какая-то солянка получается. Очень много персонажей нужных, но не прокачанных. Ладно, давай посмотрим. Сейчас медведей этих завалим. Получим шмотки. В данный момент у меня только прокачан кто? Друид. Друид. Шаманский. Как его там величать? Так, минус Мишка. Минус Мишка. И тут тоже Мишка упал. И нам достался только лишь один посох. Да, нет. Нет, плащ сопротивления нам еще выпал. Ну, это только для кого? Для магов? Это для магов, конечно же. Хотя плащ сопротивления, по-моему... Да, сопротивление магии идет. Так, секунду, подожди, что там у нас? Угу, отлично. Во! Прокачали. То есть у меня уже два двухзвездочных. А здесь ничего хорошего нету. И вот краб, но я не могу его взять. Не хватает. Так, ну что, два друида у нас, да, этих двухзвездочных. Надеваем. Так, сопротивление магии. Успели. О, здесь пахнет керосином, ребят. Смотрите. У него преимущество. По идее, да? Еще этот оборотень опять. Как слышишь этот твой, сразу понимаешь, что здесь ничего хорошего нам не сулит. Да, в принципе, вы и сами это прекрасно видите. Разобрали, даже не поморщились. Да, заведомо, по-моему, хреновенькая эта игра у нас получается. С картами какое-то невезение. Так, здесь у нас кто? Друид-знахарь. Не будем мы его брать. Здесь мне тоже никто не нужен. Я не знаю, ребят, может быть взять этого грозного краба. Черт его знает. Драгунша. Короче, ерунду всякую дают. Из-за этого я могу свалиться. Кракен этот тоже, не знаю, нужен. Может ее продать, да что-нибудь другое найти. Ладно, ребята, смотрим. В данный момент я на пятом месте. Кстати, у противника тоже не особо хорошие, как говорится, карты. Но, тем не менее, меня почему-то нагибают, да? Грозный краб бомбит. Слушай, ну неплохо. Вот сейчас вот... Эть, кто там у нас? Слушай, я даже не ожидал, что здесь мы с тобой победим. Нормуль. Это был у нас анимон. Грозный краб, давай возьмем. И... Ага, не хватает здесь на улучшение. Знахарь. Ну, по-моему, и все пока. Значит так, нам нужен будет с вами еще один грозный краб. Да, и три знахаря. Точнее, два знахаря. Два знахаря находим, у нас становится друид-знахарь трехзвездочный. Уже что-то. Ну-ка, смотрим, кто против нас. А против нас опять это кибер-команда, да? Но там уже огненная ведьма, я смотрю. И морозный лотос. Давай, родные мои. Наяриваем, уничтожаем этих киборгов. Сейчас бы огненную ведьму подбить еще, и было бы вообще великолепно. Ну! Ну, бомби... Так. Слушай, отлично. Очень хорошо, я тебе могу сказать. Мы уже с вами... На четвертом месте. Соответственно, получим еще побольше гемов. Ну давай, быстрее отыгрывайте. Так, PvP раунд. Ага, знахарь. У нас есть знахарь. Все, опять гемы закончились. Блин. Короче, еще одного знахаря находим. И у нас будет первый трехзвездочный персонаж. Потом нужен один краб и две сиренки. Кракена я, наверное, все-таки продам, если понадобится. Ну, кто там против нас? Форза. Там у него Укун, я смотрю, тоже грозный. А нет, это не у него, это мой. Так, гоблин на кабане. Слушай, мы, по-моему, да, мы его разберем сейчас, скорее всего. Самый грозный это был Бангар, но мы его, как видите, ушатали. Отлично. О, кажется, выравниваемся с вами.
То, что мы с вами были в самом хвосте, это еще ни о чем не говорит, потому что нам просто не везло. Череда побед там у кого-то. Эпидемик на первом месте. Гарпия, это ПВЕшка. Так, тихо. Друзья мои, давайте-ка, наверное, возьмем с вами крабов этих грозных. Так, отлично. Угу, прапать не получится. Ну, в принципе, уже неплохо. То есть у нас есть краб, сиренка и два друида, целителя. Плюс ко всему мы сейчас уничтожим этих гарпий, да, и получим шмотки. Естественно, быстренько их растусуем, потому что в данный момент у нас только лишь на целители висят шмотки все. Так, что у нас там происходит? Но в принципе, неплохо. Как меня эта кракенша бесит, ее уже завалили. Сиренушки там забомбили, отлично. Так, нам выпадает запретный фолиант, мощный клеймор. Только две шмотки. Хотя нет, шоковый кинжал и проклятый посох нам еще достается. В принципе, неплохо, друзья мои. Сейчас мы это все растусуем. Надеваем. Так, рекомендации. Оу, сыч. Это хорошо. Ну что же, первый трехзвездочный персонаж у нас с вами. Это друид-целитель. Это хорошо. Что у нас тут? Больше ничего нет хорошего, да? Ладно, основная моя задача — найти теперь сыча. Сыч — это имба на самом деле. Мне нравится. Смотрим. По-моему, мы с этими ребятами уже дрались. Ну ладно, хотелось бы посмотреть, что сейчас у нас здесь получится. Ох, крабик мой там глушит их всех. Давай, не отстаем. Бомбим. Краб, ты что-то не туда куда-то двигаешься, не тех глушишь. Но, как видишь, победушка сейчас будет за нами. Мы этого всадника накажем. Замечательно, череда побед. То есть четвертая победа у нас идет к ряду. Ну что же, давай посмотрим. Грозный краб. Даже не знаю. Может быть, нам лучше доску прапать. Угу, отлично. 8 бойцов я могу выставить. Я, кстати, пока лидирую, да, по прокачке именно доски своей. А вот по героям, по-моему, нет. Ну что же, жду следующую компашку. Кто там против нас будет? Прикиньте, мы уже с вами на 17 раунде и еще все живые до сих пор. То есть нет выбывших. Понеслась. Да что ты будешь делать? Он уже успел, да, призвать? Ну да, успел призвать своих псов. Я именно про оборотня говорю. По-моему, здесь кисло все. Слушай, что-то как-то мне не нравится. По-моему, проиграем мы тут. Да. Грозного краба наказали. Поймали и наказали. Грустно, очень грустно. Но здесь мне никто не нужен. Давай дальше посмотрим, наверное, разочек, да? Оу, гуру. Ну, мне не хватает, блин, на него, а он мне нужен. Давай, наверное, с тобой избавимся вот от сиренушки. А стоит ли мне это делать? Слушай, я думаю, стоит. Гуру — это все-таки круто на самом деле. Теперь у меня 6, да? 6 бойцов на карте. Меня могут просто сейчас задавить преимуществом. Если у кого-то будет, например, 7 бойцов, да, меня здесь расплющат. Киборг упал. Это уже хорошо. Так, девчулю тоже забомбили. Давай, дракончика этого завалим. По-моему, опять, да, сдулись? Да ёпрасоте, что ты будешь делать? Блин. Мне это не нравится. Что-то не везет как-то. Только был, да, на каком-то, на 4-м месте. Опять меня сбросили. Так, у меня всего 6 гемов. Да. Могу взять краба, да, и улучшить его с помощью вот так вот. С помощью нашего желешки. То есть это мне надо еще где-то найти.
Но, как видим, здесь не везет. Мне нужно еще найти 3 краба. Или же 2 крабов плюс желейка. Тогда у нас будет 3-звездочный. Но мне кажется, я не доживу до этого. Меня тут расплющат. Так, первый у нас тут киборг. Ну, он попал. Мы его сейчас уничтожим, отлично. Вау, вау, вау. Грозные крабы тут бомбят. Слушай, ну они хороши, они когда проходят через врага, да, под землей, они его загоняют в стан. Соответственно, он ничего сделать не может, и мы в этот момент его атакуем. То есть это неплохое преимущество. Ну что, я опять вернулся на свое 4-е место. Ждем следующего раунда. А, разъяренный минотавр. Это у нас ПВЕ. Здесь никто. Давай. Да нет, давай-ка мы, наверное, обновим. Тут опять же никого не дают хорошего мне. О, Сыч, Сыч нужен. Сыч нужен, ребята, но мне некого отдать на размен. Придется перебиться. Так, ну что, разъяренные минотавры. С ними-то, конечно, мы сейчас быстренько разберемся. Никаких проблем не будет. И заодно получим шмотки. Ну давайте, давайте. Что-то я, кстати, вот не замечаю, чтобы друид выставлял свой тотем. Вы видите? Я вот лично нет, не замечаю. Это мне не нравится. Так, шоковый кинжал. 2, да? 2 штуки на выпало. Хорошо. Опять же, ничего не дают хорошего. Блин, фигня какая-то полнейшая. Какая-то полнейшая ерунда. Давай-ка мы с тобой, наверное, поставим кинжалы. Кому только вот. По идее, нужно дамагером выставлять. Отлично. На 4-м месте. До сих пор у меня еще, ребята, пока лидерство по персонажам на доске. 8 героев я могу выставить. Тут у него 3 персонажа, да? 2-звездочные. Давай посмотрим результат этой битвы. Укун упал. Ага, гоблин упал. Так, бангар, наверное, сейчас упадет. Ну, блин, краб не смог добить. А Сыч один тут не справится. Ну, естественно, естественно. Какой-то вот, я не знаю, как назвать. Но, тем не менее, я почему-то перебрался на 3-е место. Опять какую-то ерунду дают, которая мне не нужна. Здесь то же самое. Трындец. Вот об этом, друзья, я вам говорил, что если тебе не будет вести именно с рукой, да, что будут тебе выдавать всякую ерунду, которая тебе не нужна, ты будешь просто фейлиться, и в этом не твоя вина, а в том, что просто тебе не везет. Ну, мы-то будем надеяться на лучшее. Ну, давайте, дайте мне какого-нибудь легенького, пожалуйста, легенького противника. Ёлки-палки, дали мне. Конники, да, значит, здесь у нас всадники. Ну, с ними плоховато нам, конечно, такой командой драться. Хотел сделать команду дамагеров. Что-то я не вижу, чтобы мы здесь дамажили с вами. По-моему, меня тут расплющили. Трындец. И раунд у нас, кстати, 22-й. И выбыл только лишь один боец. Ёлки-палки, это ж затянется у нас тут надолго, судя по всему. А самое противное, что меня опять сбросили. Опять сбросили практически в самый хвост. Ага, кракен у нас тут есть, да? Дали в каком-то веке. Ну и все, получается. Больше я ничего не могу сделать. Чем больше ты проигрываешь, тем меньше тебе дают гемов. Да. Да, вот здесь бы я бы, наверное, взял бы, ну, краба, скорее всего. Краб-то нам нужен. Поехали. Очередной противник. Раз, два, три, четыре, пять. 5 бойцов, 2-звездочные у него. По-моему, тут без вариантов, да? Фейл. Как мне эти банга раздражают. Вот, слов у меня нету на них. О, завалили мы с вами оборотня. Надо же, справились. Каким-то чудом просто-напросто. Доминатинг Виктори. Дайте мне побольше гемов, пожалуйста. И нужные карты. Хочу
прапаться, ё-моё, в конце-то концов. Надоело мне уже в самом там хвосте находиться. Тем более 24-й раунд. Так, что у нас здесь? Блин, ничего хорошего нету. Ага, грозный краб. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Я могу выставить. Короче, нужно еще две сирены и два краба. Если мы двух крабов найдем, у нас будет еще один трехзвездочный боец. И желательно найти одного героя Кракен. Поехали. О, тут почти все двухзвездочные. Ну-ка нафиг. Тут, по-моему, мы с вами схлопочем. Хотя, смотри, краб неплохо себя тут проявил. Он практически пол колоды у него застанил сразу же. Но этого мало. Этого недостаточно, чтобы одержать победу, да? Эх, Сыч еще у нас слабоватый. Если бы он был бы трехзвездочным, поверь, это была бы имба. Но не сейчас. Ладно, вообще, считай, в самом низу нахожусь. Ниже только Фуджибая, который уже давным-давно вылетел. Алый повелитель. Так, Кракен. Кракен, ага. Друзья мои, она получает две звезды. Конечно, хотелось бы получить сирену, но у меня уже нету гемов. Так, это у нас вампир. Что-то я, кстати, давно не помню, чтобы здесь были вампиры. Раунд 25-й, вампиры. Хм, алый повелитель. Что-то я не припомню, чтобы он у нас был. Должны быть, по-моему, циклопы. Ладно, какая разница, будем бомбить. Так. Тихо, тихо, летучки, успокойтесь, пожалуйста. Нифига этот лорд какой крепкий-то. Смотри, мы его... А разберем ли вообще мы его, а? Так, все налегли. Ну вот, теперь пошло дело. Слушай, там проклятый посох, две штуки и запретный фолиант. А, выпал. Давай, конечно же, будем улучшать. Кракена, да, наверное, лучше. Так, а здесь, наверное, Сыча. Все. Ну, раунд закончился. Кого тут нам дают? Дева Света. Не хочу. Давай промотаем. Разролим, наверное, да, с тобой? Или... Да, лучше ролить. Кракен. Берсерк. Не знаю, ребят. Мне никто не нравится здесь. Давай не будем с тобой тратить, наверное, да? Лучше мы немножко с тобой подкупим гемов и уже после следующего раунда посмотрим, может быть, кто-то там лучше будет. Это старые знакомые, вы помните их, да? Команда киборгов. Ладушки, я думаю, что мы здесь, наверное, их разберем, хотя, опять же, под большим-большим вопросом. Грозный краб не успевает, да? Не успел, к сожалению, раздамажить их. Сейчас огненный маг звезданет по мне и будет фейл. Так и есть. Вот упыриха, а, все-таки поджарила нас. Оу, Сыч. Сыч, это хорошо. Мы его еще и проапали. Вообще замечательно. А здесь никто нам не нужен. Ну что, друзья мои, у меня Сыч две звезды. Грозный краб две звезды, Кракен две звезды, Сиренушка тоже две звезды и Целитель Друид три звезды. Конечно, нужно прокачать нам краба до трех звезд. Нужно еще две штуки найти. Да даже если ты найдешь, обычно не хватает нам гемов. Слушай, там какая-то заваруха вообще не кислая. Смотри, опять этот укун с вертушкой достал. Отлично. Неплохо, я тебе могу сказать. Неужели мы с вами немножко стали вылазить с самых низов? Это 27-й раунд, ты прикинь? И у нас только один боец выбыл. Идем на рекорд, по-моему, мы с вами. Так, сколько у нас еще? Здесь, ну, никто мне здесь не нужен. Три гема пускай будет в запасе, да? Прибавим потом к следующим. И купим что-нибудь себе путнее.
Кого дадут мне, а? Дайте кого-нибудь там Бенди, например. Они же любят выставлять, знаешь, меня, например, с Анимоном, с лидером, который сейчас у нас, да? А нет, мне дали Бенди. Отлично. Давай-ка мы его сейчас быстренько, наверное, уничтожим. Я надеюсь на это. Так, хорошо. У нас преимущество в данный момент. Вот, Краби Грозный наконец-то начал что-то из себя представлять. Это меня уже радует. Так, Domination Victory. Анимон, 10 побед подряд. Ёлки-палки, офигеть. Чувак там хорошо, смотрю, держится. Посмотреть бы на его команду, но это можно, в принципе, легко сделать, перейти на него. Но он сразу меня спалит и будет про себя бубнять. Вот, он подсмотрел у меня команду. Так что будем по чесноку. Как говорится, в неведении быть, зато потом, когда встретимся с ним, сразу же поймем, что к чему и почему. Все, гемов у меня больше нету. Так, Эпидемик имеет 8 бойцов, да? Я и Калдвелл тоже имеет 8 бойцов. То есть доску не прокачивает. Так, кто-то себе прокачал оборотня до 3 звезд. Это плохо на самом деле. Эпидемик. Раунд, кстати, ребята, у нас 29 уже. Слушай, по-моему... Блин, опять этот Бангар. Чтоб его. Ну, вот он вредит. Он очень сильно вредит мне. Вы уничтожите его, да, все. Красота. У меня всего лишь 3 победы к ряду. Сандо. Так, здесь кто нам нужен? Нет, здесь нам никто не нужен. Давай, наверное, так сделаем. И, ну, видишь, не везет. Не везет мне, друзья, с картами. Ладно, этих циклопов мы сейчас быстренько забомбим. Я к тому же на 4-м месте, это не может не радовать. Естественно, лучше быть на 1-м. Знаете, что самое удивительное? Что раунд у нас идет 30-й, а выбыл всего лишь один игрок. Да, такого давненько не было. Обычно к 30-му раунду, ну, как минимум 3-2 персонажа вылетают, а здесь только один. Ну что же, разбираем циклопов потихоньку. Они, в принципе, ватные, ничего из себя такого не представляют существенного, да, сопротивления. Выпала броня и плащ сопротивления. Окей. Окей, сейчас мы это все быстренько с тобой растусуем. Ну, здесь нам, ну, никто не нужен, по идее. Так, давай сюда, наверное, потратим немножечко, да? 4 гема. Оу, Сыч. Блин, Сыч-то мне нужен как раз. Давай, наверное, мы с тобой избавимся от... От кого тут избавиться-то? Я даже не знаю, ребят. По-моему, нет кого. Сирену, конечно, можно было бы сплавить, но мне не хватит все равно. Мне не хватит гемов. Ладно. Ух ты, это кто у него там такой? Это что там за чувак? С дубинами. Это случайно не... Да, это был как раз оборотень. Ёлки-палки, на Кракена навесили немоту. Она не может кастовать магию. Печалька. И, как всегда, из-за этого мы с вами проиграем, да? Слушай, а кто у него вешает немоту? Я не помню. Хм. Мою серию побед прервали. Просто на корню. И опять я упал куда? На 5-ю позицию. Так, смотри, здесь у нас Грозный Краб. Они как раз мне нужны. Вау, 3-звездочным он стал. Гемов не хватает. Ну что, 2 персонажа на 3 звезды. То есть краб и целитель друид. Но это все на самом деле ерунда, поверь мне. Если бы у меня был бы Сыч 3-звездочный, вот это было бы имба. И, кстати, еще до сих пор не было легендарных карт. Не выпадало. Ни разу причем. Так, опять этот дракончик, опять этот киборг. Опять кракеншу мою забомбили. Причем так легко и просто. Давай. Не, тут бесполезняк. Блин, ребята, у меня очень мало здоровья.
По-моему, тут пахнет фейлом, да? Если мы сейчас кардинально что-то с вами не изменим, то я проиграю здесь. Причем позорно будет. Так, тихо, что у нас тут? Есть лего, но... Так, давай продадим и купим плесунью с мечами. Это уже от безвыходности. Мне просто нужна хоть одна карта легендарная. Ох-ох-ох-ох-ошечки. Здоровья у меня мало. Причем я в самом хвосте практически. Ладно, давай посмотрим, что у нас получится. У него там шаман, смотрю, двухзвездочный, да? Плохо. Давай, давай, давай. Глуши их там всех. Отлично. Слушай, по-моему, здесь победа будет за нами. Ага. Повезло, фартануло. Так, ну что, на данный момент я вижу уже три персонажа выбыло из битвы. Наверное, следующим буду я, да? Судя по моему ХП. Так, ну я не знаю, сирену брать. А есть ли смысл? Да я думаю, что нету. Оу, гуру. Вот это мне повезло. Хорошо, что мне выпал гуру, пригодится. Если бы я увидел бы еще одного вот этого вот танцора с мечами, я бы сразу пропал ее на две звезды за счет гуру. Ну, посмотрим. Так, раунд 34. Давай посмотрим, кто у нас тут будет. Ага, с этими мы ребятами уже дрались. Я их помню прекрасно. И мы проигрывали им, по-моему, постоянно. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получится. Сыча завалили моего. Но вроде бы получается. Остался только Бангур у них и Киборг. Киборга мы с вами завалили. Бангурчик остался, да? Слушай, ну мы должны справиться с ним. Отлично. Фух. Йотун. Так, ну здесь мне никто не нужен. Йотун. Это опять же у нас... Получается, оу, царь морской, шикарная. Еще одна лего. Слушай, а я раньше не видел йотуна. Хм, ну это ПВЕ опять же. Так что давайте, ребята, сейчас его накумарим. Надеюсь, он легко разбирается, потому что я доселе с ним не дрался. Не знаю, насколько он крепок. Понеслась. Ну, смотри-ка, он что-то даже ничего не делал. Полбоя простоял, чисто тупо. Мы его оглушили. Короче, разобрали на изи. Ватник, одним словом. Выпал плащ сопротивления. И все, что ли, только один плащ. Ладно, фиг с ним. А здесь кто? Сирену, я не хочу брать сирену. Давай посмотрим, что тут у нас дальше. Жнецов очень много дают. Слушай, я бы мог уже прапать жнеца на самом деле. По крайней мере, на две звезды, но... Ведь никогда же не знаешь, вот ты возьмешь жнеца, да? Ролишь и думаешь, а выпадет ли он тебе? Видишь, а тут везло, тут выпало аж три сразу же. Ну ладно, фиг с ним, не будем расстраиваться. Главное не сфейлиться и все. Все будет хорошо. О, опять этот трехзвездочный оборотень здесь. Так. Царь морской сделал свою ульту. Но, по-моему, тут бесполезно, да? Угу. Скорее всего, у нас здесь раздеребанят. Хотя, погоди-ка секунду. Погоди, погоди, погоди. Слушай-ка. Оборотня сейчас, если запинаем, победа будет за нами. Давай ты этого уровня, он сейчас вызовет этих своих псов мелких. Давай, 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 давай. Сыч против... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А вот это было плохо. Ребята, у меня совсем не осталось здоровья. Стакракен. Туманность, туманность мне не нужна. Ай. Да. Соединить не получается, это мне нужен еще один кракен. А я тут... А я никого не могу объединить. Так что... Желешечка, уж извини, придется тебе... Блин, да дайте мне убрать ее, вот. Так,
Ставим всех обратно, елки-палки. Слушай, мне кажется, что я сфейлюсь. Или эпидемик сейчас сфейлится, да? Меня поставили, блин, с этим. С имбой. Этот чувак на первом месте в данный момент. Анимон. И меня выставили против него. Зашибись. Хотя, ты знаешь, что я тебе скажу? По-моему, мы его сейчас победим. Ну-ка. Прикинь, мы Анимона побили. А он лидер. Он на первом месте стоит. Ха-ха. Прикольно. Так, я на четвертом месте. Раунд уже 38-й. Оу, еще желешка. Опачки, ребята. А теперь я могу объединить. Ну-ка. Погоди-ка, у меня нету, да, повторяющихся. Блин. О, засада, а. Повезло, как... А, мы можем вот что сделать. Погоди-ка секунду. Блин, опять не то. Так, уйди. Мне нужен еще один кракен. Мне нужно два кракена двухзвездочных. Только после этого я смогу объединить. Так, давай посмотрим, что у нас тут получится. О, молодец. Но на самом деле я жду легендарную карту. Либо короля морского, царя этого. Либо танцульку с мечами. Тоже сгодится. Победа, разорвали просто вообще в хлам, прикинь. Ха. Шикарненько. Но я все равно на четвертом месте. Меня почему-то не поднимает выше. Эпидемик этот тоже как-то выживает каким-то макаром. Хотя у него бой, может быть, он сейчас и сфейлится. Посмотрим. Нет, смотри-ка, все у них там хорошо. Так. Что нам нужно? Мне нужен Сыч, либо Леги. Оу, Сыч. Отлично, но этого мало. И гемы наши закончились. Желешку ни в коем случае не оставляйте на поле боя. Если он останется, ребята, его уничтожат. Он не дерется. Так, подожди. Да что такое-то? Блин. А, излишки. Ёлки-палки, надо было, блин, оставлять. Ладно, фиг с ним, давай смотреть. Ширануи против нас, да, идет. Жестко здесь, смотри. Ну, я тебе скажу, что, по-моему, мы здесь с тобой победим. Да. Бангур упал, и мы вырвались. Адская гончая. Адская гончая — это, друзья мои, жесть будет, поверьте мне. Это самый такой сильный. За всю... Опачки. Давай прапаем. Так, я ведь могу два сыча вот этих объединить до трех звезд. Да? Блин, да что? Вот. Слушай, ребята, мы остались вдвоем, ты прикинь? Ё-моё. Короче, кто выиграет или кто первый сфейлится, тот и проиграл. Труба. Давай смотреть. Это ПВЕ бой. Ну, эти ребята жесткие, поверь мне. Эти адские гончие, они просто рвут и мечут. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Смотрите. Мы с вами выбиваемся в лидеры. А почему? Потому что Анимон первым погиб. И я тебе скажу одно. Мы становимся чемпионами, хоть и проиграли в ПВЕ битве. Вот такой вот был бой. Согласись, прикольный. Я думал, что мы тут сфейлимся, но нет. Все у нас получилось. И это классно. Фух, напряженно было. Самых низов и стать чемпионом. Этого дорогого стоит, ребят. Ну что же, а на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.